Мобиба МБ-10 с накидным тентом. А это МБ-103 тоже с накидным тентом. Вентиляции. Второй слой делает из однослойной палатки фактически двухслойный. Накидной тент привязывается с этими завязками к местам крепления ветровых оттяжек для МБ-103. Вот такой предбанник. Здесь парильное помещение. Так монтируется дверной узел. И видно, что вот тут второй слой. Веревочками монтируется к местам, где крепятся ветровые оттяжки. Дверной узел оденем на дверь. Вот такая конструкция. МБ-103 с накидным тентом.